Сегодня у нас оттепель. Надо сходить вон туда, на пасеку, и проверить, как там у нас пчелы морозы перенесли. На второй пасеке у нас 3 семьи уже замерзло. Это мы просто проверили. Сейчас, во-первых, надо будет туда пробраться. Потому что мы ходили туда с самого-самого. Ну, с октября, наверное. В общем, идем. Привет, Ку-клукс-клан. Где-то тут у нас тропинка была, которую занесло. Замело. Так, попробую я вон там по ближней траектории пройти. Говорят, у нас какие-то волки появились в Алексинском районе. У нас, слава богу, тихо пока на границе Московской и Тульской области. Так, ну попробую здесь пробраться. Тяжеловато приходится пробираться. Здесь в лесочке снега меньше. Какие-то странные следы. Кто-то здесь бегал, прыгал. Собачка, может. Может, еще кто. А может, это заяц скакал. Тык-тык-тык. Потом туда. Потом сюда. Потом опять сюда. Петлял. Странно, у нас калитка почему-то открыта. Вон они там стоят. Пчелки. А, так у нас калитка открылась, потому что ее или ветром сдуло, или непонятно что. В общем, доска одна в штакете отломилась отсюда. Калиточка открылась. Бывает. Уже близко. Ну вот. Бульдозер прошел. Так, снизу вентиляция у нас есть. Сейчас мы послушаем. У нас, по-моему, вот этот улей не выжил. Ну да. К сожалению, эти не пережили. Жаль. Так, и здесь у нас. Эти живые. Слава богу. Ну что, на данный момент этот пустой, этот живой, этот пустой, этот живой.
Ну, этот уже давно, понятное дело. Этот жужжит. Этот у нас не пережил. А тот у нас... Куб у нас с этой стороны. Все с ним хорошо жужжат. Все. Внизу снега нет. Ревизию можно завершать. Больше не беспокоить. У нас тут литочки. Чистим. Здесь у нас растает само. Вот так вот, друзья. Бульдозер поехал назад.